Привет! Предлагаю отправиться в очередное путешествие и посмотреть, что же хорошего мы пропустили или, быть может, позабыли. У тебя 5 минут на сборы, так что подтягивай трусы и вперед в прошлое! Как бы ты отреагировал, если бы правительство не на официальном уровне попросило тебя разобраться с террористической группировкой? А на деле оказалось, что ты пошел на войну против целой инопланетной расы. Лично я был бы вне себя. Ну или, по крайней мере, запросил больше денег. Но это не про нашего героя. Майкл Форд работает на тайную государственную армию. И для него главное не деньги, а исполнить долг перед страной. Только вот правительство плетет заговор, и человечество, не ведая того, уже обречено на вторжение инопланетян. В шутере The Conduit тебя ждет захватывающий сюжет с 9 обширными миссиями. Опробуй новые элементы механики и используй универсальный сканер, кибернетические отмычки, бомбы и огромный арсенал оружия. Если так сложилось, что у тебя нету девушки, а кого-нибудь очень хочется спасти, то советую принять на себя роль майора Мейхема, который отправился на целую войну, чтобы спасти свою возлюбленную. В этой игре ты сможешь почувствовать себя настоящим Рэмбо. Или, по крайней мере, что у тебя есть девушка. Основой боевика Major Mayhem служит пробежка через тропические леса, попутно уничтожая врагов, обходя препятствия и сражаясь с боссами. Сложность в том, что попадать на бегу в противников не так-то легко, к тому же они тоже не стоят на месте. Тебе будет необходимо пройти 45 захватывающих уровней, попутно спасая заложников. А 5 бонусных способностей, более 20 видов огнестрела и бодрый геймплей просто не дадут заскучать. Элитный отряд решил уничтожить весь вид хищников. Единственное, чего они не учли, это то, что сражаться они будут на чужой планете, что хищниками этих ребят зовут не просто так, и что у них как раз начался сезон охоты. Да, люди бывают такие тупые. Как ты понял, в слэшере Predators тебе предстоит завоевывать репутацию охотника, истребив не только тысячи людишек, но и своих собратьев. Ведь выживает сильнейший. В игре 9 разновидностей солдат, убийцы, огнеметчики, снайперы и многие другие. Но и тебя не обделили. В твоем арсенале не только невидимость, пушки и штыки, но и кровожадные животные родной планеты. Комбинируй способности, чтобы выработать личную тактику боя. Пройди более 40 уровней или сражайся в режиме на выживание. А вот что делать, если злодеи похитили весь красный перец? Нет, я так же, как и ты, считаю, что ничего делать не нужно. Но семейка мексиканских циркачей так просто этого не оставит. Ну ты же знаешь этих мексиканцев. Ради перца и буррито они готовы убить. Ох уж эти стереотипы о национальностях. Опробуй динамическую и веселую аркаду Rabbit Tacos, где тебе предстоит вместе с семьей циркачей нагнать похитителя перцев и надрать им чью-то задницу. Задача игрока по принципу злых птиц – рассчитать правильную траекторию полета. Только вот попасть нужно не по одной цели, а по целой куче батутов, собрав удачно все перцы для перехода на следующий уровень. А со временем батуты придется выставлять самому, так что тебя ждет 120 уровней безумной нервотрепки. Что делать, если все дороги покрылись льдом, а страшно хочется погонять с друзьями? Разработчики этой игры решили, что нужно поставить на поворотах балки, а к автомобилю присобачить гарпун. Осталось только приделать монитор. Slingshot Racing — это интересные гонки, особенностью которых является то, что все заезды будут проходить не на совсем обычных автомобилях. Дело в том, что это больше похоже на сани. А от тебя потребуется вовремя тапать для запуска троса в балки на поворотах. Веревка будет держаться до тех пор, пока ты ее не отпустишь, и от грамотного использования этой фичи будет зависеть не только исход поворота, но и скорость санок. Slingshot Racing — невероятно веселая игра, насладиться которой можно даже вчетвером на одном устройстве. А на сегодня это все. Ставь лайк, качай игры с нашего сайта бесплатно и не забывай подписываться на наш канал. До скорого!